Мир – вещь хрупкая. И даже один человек может этот мир погубить. Но мы до сих пор не погибли, потому что судьба знает имена тех, кто угрожает миру. И посылает имена тем, чей долг – убить одного, чтобы спасти миллионы. Тем, кто называет себя братством ткачей. В твоей жизни все не так. Пусто, тоскливо. И кажется, что ничего уже не исправить. Как я должна спать в таком грохоте? Тебе изменяет подруга. Нет денег, пустота, бесцельность и страх. Страх узнать, что на самом деле ты тот, кому суждено сказать миру. Вы меня достали! И тогда ты придешь к нам. Присоединяйся. Это трудно. Боль, страх, отчаяние. Но испытания дают тебе силы. И наступит момент, когда ты будешь готов. Станок предоставляет, я передаю, ты исполняешь. И пройдя свой путь до конца, ты поймешь, что стать самим собой – это значит себя потерять, отдать себя без остатка. Ты готов. Подумай, пока летит пуля. А больше у тебя просто нет времени. С 26 июня в России. Фильм Тимура Бекмамбетова «Особо опасен». Ты слышишь? Судьба назвала твое имя.